Рисуем с вами тис ягодный. Начинаем уже вторую строчку шпаргалки. И тис ягодный я себе представила вот такими, ну, можно сказать, птичками. То есть рисуем такие птички. Я недавно насчитала, что у меня около 40 ягодных тисов. Покупала я, наверное, штук 5, не больше. Так, рисую линером 0,4 толщиной. И теперь беру светлый фломастер. Можно разрисовать все. Светлым, потом берем потемнее. Тис, он вообще очень темное растение. Его, конечно, лучше сажать с чем-то светлым, на каком-то светлом фоне. Растет он в Германии вообще очень-очень хорошо. Просто растет как сорняк. Можно резать как хочешь, делать с ним вообще все, что хочешь. Так, ну вот я переборщила с темным цветом. Если такое случается, я беру вот такой акриловый карандаш и сейчас все замажу. Так, теперь черные точки поставим, как и в других. Солнце у нас падает отсюда. Я себе здесь на моей шпаргалке нарисовала солнце. И вот как оно падает, то и место светлое. Тут еще чуть-чуть. Ну, правда, очень темное растение. Очень темное. Можно сделать еще такие типа птичек. Но очень неприхотливое. Оно, если даже оголяется или его подрезали не тогда, когда надо, оно обязательно снова нарастает. Просто феноменальное растение, я считаю. Так. Ну что, рисуем теперь вид сбоку. Так, как бы мне опять сейчас с фломастерами тут не переборщить. Так, я нарисовала, смотрите, карандашом. Уже я решила, что я его сделаю шариком, нарисую шариком. Вообще он формируется, ну, любым просто, вот его можно, нет, это не то, любой формой можно его сделать, вот просто любой формы. Вот видите, слишком большой у меня переход сейчас получится от темного к светлому. Все. Спасла положение. Так, теперь рисуем этот шарик. У меня есть тисы с шариками, есть тисы конусные, есть шар, где-то он, наверное, 1,5 метра в диаметре будет. Вот, видите, здесь я сделала темнее, здесь вот пятнышко светлее, что отсюда солнце светит.
Ну и не забываем какие-нибудь художества вот такие. Так, здесь у нас пол, здесь у нас метр, здесь у нас 2 метра. Поставим такие точки. Точки за пределами. Вот такой у нас получился шарик. Теперь я беру гелевую ручку. Сделаю немного света ему. Хотя, как говорю уже, он очень-очень-очень темный. Все. Наш тис готов.